Главная идея при создании интерьера заключалась в рациональном использовании внутреннего пространства. В Fortuner'е аж 12 подстаканников. 2 на центральном тоннеле, 2 в дверях и еще 2 скрыты по бокам передней панели. На втором ряду 2 в дверях и еще 2 спрятаны в центральном подлокотнике. Ну и на третьем ряду по одному с каждой стороны. Что касается ниш, то их тут тоже дюжины. Очешник на потолке, лоток для смартфона у основания центральной консоли, 2 вместительных бардачка, причем верхняя секция охлаждаемая, большой сэндвич-бокс между передними сиденьями, карманы во всех 4 дверях, еще 2 кармана в спинках передних кресел и ниша с тыльной стороны центрального бокса подлокотника. Кстати, создатели здесь предусмотрели еще пару складных крючков для пакетов.